Бусидо. Путь воина. Рэй Ллойд против Юка Мията. Юка Мията — это тот, который поменьше, скажу сразу. А это Рэй Ллойд. Вот так его представляет информатор публики. Рэй Ллойд, 29 лет. Довольно-таки высокий, 6 футов 2 дюйма его рост. 230 фунтов вес. Он неплохо сложен. Это еще один американец, который пришел в Бусидо из борьбы. Конечно же, он еще очень нервничает. У него всего-навсего один бой за спиной. И этот бой он проиграл. А проиграл он Тамори. Юка Мията из Канагавы, 30 лет этому малышу. 5 футов 10 дюймов его рост и 200 фунтов всего-навсего вес. Он пришел к этому матчу после долгожданной победы над Лайдиком. 16 боев за спиной Юка Мията, но только 3 победы. Довольно-таки опытный Мията в Бусидо, но вот этот недостаток роста у Юки Мията, он, конечно же, не позволяет этому парню сражаться в полную силу. Очень хорошая техника у этого лилипута. Ну, по борцовским, конечно же, меркам лилипута. Но все-таки недостаток роста никакой техникой не компенсируешь. Ллойд в классическом борцовском трико. Ох, как ударил сейчас Мията. Посмотрите, как хорошо, а. И Ллойд сразу же берет такой небольшой тайм-аут для себя. Судья открывает счет. Но, друзья мои, это никакой не нокдаун. Просто Ллойд на время попросил прекратить поединок и немножечко передохнуть. А вот сейчас будет бросать. И это будет очень опасно для Мията. Берегись, малыш. Бросил. Причем неплохо бросил Ллойд. Очень неплохо. Вы посмотрите, где находится сейчас нога Мията, а? И неужели у него хватит сил для того, чтобы уйти от этого захвата с помощью удушающего? Я бы на месте Ллойда сейчас как укусил бы руку. Но это запрещено. Вы все прекрасно понимаете и знаете об этом. Как быстро меняется ситуация, верно? Только что Ллойд был в довольно-таки выигрышном положении. Ну а теперь судья останавливает бой. 15-11 уже впереди Мията. Бросает. Бросает неплохо, скажем прямо. Но Мията, по-моему, самортизировал этот самый бросок. Таким образом, не очень-то ему было больно. Ох, как Ллойду сейчас не позавидуешь. Канат, конечно же, канат. А Мията так и не может разорвать этот захват. 15-10 уже счет. И пока Ллойд по всем статьям проигрывает. По всем статьям, друзья мои. Если Мията удастся победить в этом бою, то, конечно, ему нужно будет ставить памятник в Токио. У входа в этот замечательный спортивный зал, как у Гикан. Ушел от этого захвата, причем довольно-таки легко ушел Ллойд. Ждем, что же сейчас будет делать Мията. Пошел на удушающий Юка. Но Ллойд, конечно, пользуется своей великолепной борцовской техникой прежде всего. Ну и пользуется он преимуществом в росте и в весе.
Здесь Мията нужно применять все свое обаяние, во-первых, по отношению к Ллойду, по отношению к публике, но и, во-вторых, технический арсенал свой. С начала поединка прошло уже 5 минут, об этом, по крайней мере, объявляет судья-информатор в спортивном зале. В этом шикарном дворце спорта. Мията оперся, так смотрите, на канат, как будто бы это ему поможет. Хотя помогло, помогло уйти от болевого, который проводил Ллойд, и 14-10 уже счет. Будет бросать. Бросил, хорошо бросил. И сверху еще навалился на Мияту. Ой, что-то топочет Юка Мията, что-то топочет. Топотал, топотал. Ой-ой-ой, посмотрите, что. Судья сейчас будет открывать счет, очевидно, нет? Да, совершенно верно. Сразу же 11-10 счет. Неприятное мгновение пережил Юка Мията сейчас. Призывают друг друга к порядку эти два спортсмена. Ну куда Мията хочет? Господи, куда же он хочет бросить Ллойда? Ллойд, конечно, к этому был готов. Все-таки борцовское прошлое, опять-таки говорим мы об этом. А что делать? Никуда от этого не деться. Поскольку совсем неопытный Ллойд в бушидо парень. И только бороться ему и приходится. Ну, еще получать по хребту и, извините, по пятой точке. От Юки Мията. Ой, как пробил Мията. Ох, как Мията пробил сейчас с разворота. Шикарно. 11-7 моментально стал счет. Опять 4 очка преимущества у Юки. Смотрите, вот еще раз. Пробил прямо в солнечное сплетение. Бросает. Да что же Ллойд не использовал-то сейчас возможность для броска? Попадается Ллойд на болевой. Все! Ну что ж, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Совершенно верно. Пожалуйста, получите, распишитесь. Юка Мията побеждает в этом поединке. Ну, а Рэй Ллойд в очередной раз проигрывает бой. Сам виноват, я хочу сказать. Только сам виноват.